Где еще встретиться с хоккейными фанатами, как не на льду? На ледовой арене хоккейный клуб «Адмирал» и не менее отважные жители Владивостока. На катке они собрались не только пообщаться, но и всем вместе сделать хорошее дело. Уникальная возможность выпала жителям Владивостока – разделить каток со звездами хоккейного клуба, а вырученные со встречи деньги отправить на лечение от онкологии трехлетнего жителя Владивостока Матвея Романова. Его мужеством в борьбе с заболеванием восхищаются даже именитые спортсмены. И на Новый год все вместе хотят сделать мальчику подарок. Рождество – это такое время, знаете, Рождество, Новый год, когда все как бы вместе собираются и дружно справляют эти праздники и друг другу помогают. У него сложный диагноз, ему для поддержания жизни каждый день нужна большая сумма денег, вот, но он просто был практически безнадежен, но очень мужественно сражается, выкарабкивается как может. Просто ребенок с сильным характером. На призыв «Спасем Матвея» уже отреагировали многие приморцы, однако даже этого недостаточно. Полгода назад у малыша обнаружили опухоль Вильмса. Поражена правая почка, задета и левая. Первый сбор, объявленный в Приморье, помог пройти комплексное обследование, два курса химиотерапии, а также операцию по удалению почки и опухоли. Тогда удалось собрать более 6 миллионов рублей. Остаток денег перешел на второй этап лечения. Тем не менее, на сегодняшний день долг перед клиникой 1 600 000 рублей, а каждый день жизни мальчика обходится в 100 тысяч. Поэтому для родителей важен каждый собранный рубль. Мы сделали нашему ребенку КТ. Томографию и узнали, что у нас опухоль, злокачественная опухоль, правая почка. Вот. Конечно, никому не пожелаю оказаться на моем месте. Я хотела бы обратиться ко всем, кто меня видит, с просьбой помочь нам, кто чем может, какой любой суммой. Взрослый билет 500 рублей, детский 250, прокат коньков 200 рублей. За отдельное пожертвование можно сфотографироваться с кумиром и получить на память магнит с совместным снимком. Такие расценки посетителей совершенно не пугали, ведь каждый знает, деньги пойдут не в карман предпринимателей. У нас одна цель – помогать людям, наверное, и помогать людям, у которых нет возможностей. Мне нравится сам вид спорта – катание на коньках, поэтому сегодня вот пришли именно на каток, чтобы покататься. Ну и так как это не просто каток, а благотворительность, также помогли маленькому мальчику, оказали, возможно, какую-то помощь, которая все-таки пойдет ему на пользу. Ну и просто пообщаться с игроками, потому что мы болеем за хоккейный клуб «Адмирал». Удалось пообщаться, сфотографироваться. Очень гостеприимно здесь. Хороший каток, отличная атмосфера, весело, хорошо катается, фотографии получаются отличные, много всего веселого. Такие встречи, уверяют хоккеисты, полезны и для самих спортсменов. На каток пришли не только болельщики, но и начинающие хоккеисты, которые вполне возможно в будущем составят хорошую замену именитой команде. Ну, немножко разгрузиться от хоккея, пообщаться с болельщиками, выслушать их. И, в принципе, это здорово, я считаю, с теми же детьми покататься, которые ходят на наши игры. Но главное, что и спортсмены, и любители надеются. Такая благотворительная акция поможет и Матвею Романову как можно скорее поправиться и вести радостный, активный образ жизни. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.